Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о препарате Нифуроксазид. Нифуроксазид выпускается в виде таблеток по 100 мг в виде блистера, в котором 24 таблетки. Действующим веществом является нифуроксазид. Это противомикробное лекарство, имеет противопаразитарные свойства. В средних дозах имеет бактериостатическое, а в более высоких – бактерицидное действие. Нифуроксазид показан при острой диарее инфекционного происхождения. Также применяется при лечении диареи, вызванной чувствительной к препарату инфекцией, при комплексной терапии хронических колитов и энтероколитов, в профилактике инфекции при полостных операциях, при лечении дисбактериоза кишечника. Нифуроксазид в форме таблеток можно назначать детям от 6 лет. Таблетки нужно принимать внутрь целиком, запивая водой. Максимальная доза, которую можно принять за сутки, 800 мг. Прием таблеток не привязан к приему пищи. Взрослым пациентам и детям старше 15 лет, как правило, назначают 2 таблетки по 100 мг 4 раза в сутки. Детям старше 6 лет обычно назначают 2 таблетки по 100 мг 3-4 раза в сутки. Продолжительность лечебного курса не должна превышать 7 дней. Внимание! Во время лечения таблетками или суспензией нифуроксазид употреблять алкоголь, содержащий напитки, строго запрещено. Нифуроксазид нельзя применять при аллергии на нифуроксазид, другие производные нитрофурана, непереносимости любого из вспомогательных веществ. Спасибо за просмотр. Будьте здоровы! Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.